Полотно «За чаем» можно назвать жемчужиной музейной коллекции Ульяновского областного художественного музея. Молодая дама одета в парчовый сарафан. На голове у нее расшитый каменьями кокошник. На шее драгоценное ожерелье в несколько рядов. Такой наряд соответствует моде начала или середины 17 века. Чай в ту пору только-только появился на Руси, и позволить его себе могли исключительно состоятельные люди. И такое торжественное выражение лица у боярышни на картине именно от того, что чаепитие для нее целое событие. Картину «За чаем» Константин Маковский написал в 1914 году. Маковский жил и работал в конце 19-го, начале 20-го столетия. А сцена, изображенная на полотне, относится к царствованию Алексея Михайловича Романова, прозванного «Тишайшим». То есть к тем годам, когда Петр I еще был ребенком и не успел переодеть бояр на европейский манер. Константин Маковский очень любил воссоздавать атмосферу до петровского времени. Он написал десятки жанрово-исторических полотен со сценами старинного боярского быта. Картина «За чаем» как раз из этой серии. Маковский в течение всей своей жизни собирал предметы старины – одежду, посуду, мебель, украшения. Начинал он как художник, увлеченный рукотворной красотой прошлого, а с годами стал настоящим специалистом по антиквариату. Константин Егорович не просто складывал экспонаты своей богатейшей коллекции на полку, он помогал им оживать в своих картинах. Позируя Маковскому, модели одевались в старинные сарафаны и кафтаны и инсценировали сцены русского быта давно минувших дней. В работе «За чаем», выполненной уже на 75-м году жизни, хорошо отражена техника автора. Мы видим розовощекую, красивую женщину, как ягодка в самом соку, в теле, пышущую здоровьем и плодовитостью. Она явно принадлежит к зажиточной семье. Богато убранный сарафан, серебряные височные кольца, бусы. О том же говорит и стеклянная, возможно, фарфоровая посуда. Наша красавица сидит за столом, смакует горячий чай и угощается сладостями. Пар, исходящий от самовара и блюдца, создает еще большую реалистичность картины, обеспечивает включенность зрителя в сюжет. Чтобы не отвлекать зрителя от главного действа, сцена чаепития написана на темном фоне. Яркий образ, созданный Маковским, так и приглашает к столу выпить чашечку крепкого чая. Константин Егорович очень любил русский колорит. Он был коллекционером предметов быта и сам с удовольствием писал то, что могло бы стать украшением для дома. К сожалению, после смерти Константина Маковского его супруга продала собрание древностей с аукциона. Но мы можем увидеть отражение этой коллекции в картинах художника. Такие полотна, как «За чаем», помогают прикоснуться к прошлому России, ощутить дыхание старины, понять наше национальное своеобразие.